214,5 миллиардов рублей. Такую выручку озвучили в компании «Алроса» за 9 месяцев этого года. При этом чистая прибыль составила почти 62 миллиарда рублей. Эти результаты несколько ниже прошлогодних. В первую очередь из-за укрепившегося курса рубля по отношению к доллару на 15%. Также снизилась средняя цена проданных алмазов на 12%. Как отметил президент «Алроса» Сергей Иванов, финансовые результаты оказались под давлением независящих от компании факторов. Но уже сейчас на ювелирно-бриллиантовом рынке идет оживление. Также принятыми в компании мерами по повышению эффективности добились снижения удельной величины производственных затрат.